Следующие звуки. Буковка Н, но произноситься она будет как звук М в следующих позициях. Если это сочетание согласных Н, Б, Н, УБ, Н, М, Н, П, Н, Ф. И будет у нас получаться следующее. Ум-бар. То есть мы не произносим ум-бар, а у нас звуки сливаются. Ум-бар. Имбита. Имменшо. Компататаш. Энфермо. Это приходит с опытом. Но хотя даже вот сейчас, если вы будете произносить, да, за мной, ум-бар, если бы была пауза между словами, тогда да, мы бы произнесли ун-бар. Но ввиду того, что испанский язык, он очень мелодичный, и когда испанцы говорят, они слова не чеканят. У них это все идет таким сплошным потоком, сплошной песней. Вот из-за этого звуки один влияет на другой, и поэтому у нас происходят вот такие небольшие метаморфозы и трансформации. Если бы это был, ну, например, немецкий язык, да, там более такие чеканные слова. В русском языке тоже мы делаем паузы между словами. Испанцы, у них все идет сплошным потоком. А еще это если юг страны, то там очень быстрый темп речи. Вот. И там прям сам Бог велел, чтобы произносить эти звуки слитно и как-то их трансформировать. Итак, делаем следующий вывод, что буковка Н будет произноситься как звук М перед согласными Б, УБ, М, П, Ф. Еще раз я повторю, как это все будет звучать. Вы тоже за компьютерами старайтесь все это повторять за мной. Умбар, имбита, инменшо, компататас, энфермо. Вот. Это что касается звука буковки Н и звука М, который из нее получается. А так в остальных позициях это будет обычный звук «на».